Итак, я вас категорически приветствую. Сегодня у нас особенный праздничный день. Сегодня мы будем проходить 26-ю миссию на уровне сложности «Кошмар». Целых 50 бесконечное просто количество волн. Интересных, сложных, в меру хардкорных. Музычку вам тоже подобрал интересную в этот раз. Так что берите чаек, кофеек, пивко, чипсончики, ну и что там у вас еще есть. Короче, все берите и приятного просмотра. Construction complete.
Я любила море. Такое разное и в то же время одинаковое. Оно было неизменным в моих мечтах. Блеск волн, шорох песка и низко нависающее небо. Море было так близко в моих снах и в то же время так далеко за многие километры.
Hellfire.
Вот, честно говоря, вообще непонятно, с чем это связано. Вот эти вот двое, они вроде как одинаковые, но при этом на них заморозка по-разному действует, как будто. Потому что даже если на них бросить бомбу замедляющую, они почему-то двигаются с разной скоростью. Хотя если даже ее прям кинуть, очень метко. И я вот этого вообще не понял. И из-за этого их, короче, ну, они вроде не сложные, но именно из-за того, что они замедляются по-разному, короче, с ними заморочка оказалась. Thank you.
next wave. Thank you.
Итак, последние две волны. Наверное, они такие показательные. Если что-то там ты делал неправильно в течение миссии, то эти волны пройти очень сложно. Ну, то есть, вот конкретно 49-я, вот эта, она даже сейчас проходилась нелегко. Ну, потому что тут во многом еще от твоей удачи зависит, чтобы они там заупировались правильно и все такое прочее. Вот. И можно сказать, что, подытожив, миссия достаточно интересная, но все волны в меру хардкорные. Такого, что там какую-то одну волну не мог пройти там неделю, такого не будет и не было. Вот, в этот раз. Но при этом, конкретно вот эти вот последние, ну, они жесткие. Сделать что-то не так, там вложить в электричество, и их будет пройти очень сложно. Такая вот, короче, штукенция в этот раз. Next wave.